Привет всем! Я решил записать коротенькое видео по поводу того, как крепится камера на крыле, когда съемка делается сверху. Потому что посыпалось много вопросов, я даже не ожидал, что будет столько вопросов по поводу крепления. Итак, вот такая вот штука, которую выпустила компания APCO. Это липучка, состоящая из двух магнитов. Вот такие вот два магнита. Неодимовые. Магниты очень сильные, то есть приклеивается очень сильно. Вот я вам сейчас продемонстрирую, насколько. То есть щелчок происходит как в мышеловке. Очень сильно. Можно эту часть положить в любую часть крыла. Я в частности клал это внутрь окна. Сверху ставится вот эта вот вторая примагничивающаяся часть. Здесь есть уши. Как видите, они с липучкой. То есть здесь липучка. В комплекте идет вот такой же вот чехол для камеры, в который можно внутрь, вот здесь вот кладется сама камера. Здесь отверстие для объектива и, соответственно, сбоку пришиты тоже липучки. То есть что происходит? Мы ставим вот в таком положении камеру в чехле, и мы можем поставить ее сверху на крыло, или можем положить ее в окно. Или же можем прицепить ее на ухо, мы можем снимать, камера получается ориентирована либо вниз, либо немножечко наискосок вперед, либо вообще вперед, либо мы можем поставить липучку вот таким образом, открыть ушки, поставить здесь камеру, и камера будет снимать вообще вперед. То есть вот такая вот штучка, вот такой вот прибамбас компании APCO. Еще раз повторюсь, что это APCO выпустила. Наверняка они есть где-то еще какие-то китайские. Не знаю, вот такие вот два как бы магнита получаются. Вот. Стоит это все дело 60 евро. Вот я купил и очень доволен, пользуюсь. Вот такая штука. Думаю, что я ответил на ваши вопросы. Если нет, спрашивайте, пишите, я отвечу. Счастливо, всем пока.